Костанайский мелькомбинат расширяет горизонты экспорта. Если раньше макароны уходили на экспорт в Россию и Афганистан, то сейчас основные потребители, кроме нашей страны, это Узбекистан и Грузия. С линии фабрики каждые сутки сходит 80 тонн продукции. За последнее время изменилась география сбыта. Рожки, перья, вермишель – далеко не полный перечень того, что выпускает макаронная фабрика «Костанай». Всего 22 наименования. Производят на итальянском оборудовании. Используют только воду и муку твердых сортов. Каждые 2 часа технологи контролируют качество в специальной лаборатории. Начиная от самого замеса теста до упаковки продуктов и хранения на складе. Мы через каждые 2 часа отбираем пробы и... Все это таким образом проходит у нас процесс слежки, мы это все наблюдаем. Динара Жундубаева пришла на фабрику 14 лет назад, сразу после окончания университета. За это время прошла путь от сменного технолога до главного. Признается, от их внимательности и точности полностью зависит качество макарон. Ведь процесс непрерывный. Контроль качества, начиная от приемки сырья и заканчивая выходом готовой продукции. Ее транспортировкой в склад готовой продукции. Костанайская макаронная фабрика на рынке Казахстана уже 14 лет. В сутки выпускают до 80 тонн изделий. Если раньше экспортировали в Россию и Узбекистан, то сейчас география сбыта изменилась. На экспорт мы отправляем и Узбекистан. На данный момент процентов 10-15 это на экспорт уходит. И остальное на Казахстан. За годы работы фабрики было много неурожайных лет с низким качеством зерна. Как, например, прошлый год, когда пшеница была проросшая с высокой влажностью. Тем не менее, на предприятии не было ни дня простоя. Яна Гладкова, Анна Рахманова, Кайрат Елеусизов, Астана Таймс из Костаная.